Комплексная застройка. Кажется, это понятие было забыто с советских времен. Но постепенно оно возвращается в нашу жизнь. Это неудивительно. Ведь жить в районе, где продуманы не только дома, но и все объекты соцкультбыта, намного удобнее. На создание микрорайонов комплексной застройки направлена федеральная целевая программа «Жилище», действие которой пролонгировано до 2020 года. По ней из федерального бюджета Ульяновская область получила почти 2 миллиарда рублей. Новая школа на 1000 мест в микрорайоне Юго-Западный. Часть средств в программе пошло на возведение этого образовательного учреждения. Школа строится продуманно, чтобы и учителя рядом жили, и ученики. А по соседству находится Александровский парк, где после уроков можно гулять или заниматься спортом. Будет подписано соглашение с обществом, что компания готова взять на себя даже вплоть до того, чтобы, если это будут очень отдаленные преподаватели, выделение жилья, так сказать, там ряд других социальных обязательств. Это очень такой вот замечательный пример. Времени на строительство школы осталось всего ничего. По плану объект должен быть сдан летом следующего года, чтобы в День знаний прозвенел первый звонок. Погода, сложившаяся на 3 дня, приостанавливала, но сейчас работы возобновились. В целом, по графику мы должны закончить работы в июне следующего года. Открытие школы в новом микрорайоне позволит разгрузить близлежащие учебные заведения. Поэтому события жители ждут с нетерпением. И на каждых встречах, на каждом приеме граждан жители говорят и просят, ускорить, чтобы быстро сдали школу, поскольку очень неудобно детей возить по другим учебным учреждениям. С таким же нетерпением ждут появления 2 детских садов-близнецов в строящихся кварталах нового города. Жители молодых микрорайонов смеются, что школы им еще рано, а вот детсады в самый раз. Наконец-то мы добились этого, наконец-то нам его начинают строить. И просто мы благодарны всем, кто принял в этом участие. Стройплощадку посетил губернатор Сергей Морозов, и жители смогли выразить свою благодарность лично. Мечта заволжцев сбудется в мае следующего года. Именно тогда введут в эксплуатацию оба садика, каждый из которых рассчитан на 280 детей. Сейчас строительство 2 учреждений-близнецов находится приблизительно на одном уровне. Отставания по графику работы нет. Егор Цтов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.